простая формула привлечения клиентов из социальных сетей. Всем привет! Именно такую тему мы сегодня рассмотрим с вами в этом видео. Меня зовут Абтулина Галина, и я для вас являюсь маркетологом-наставником по миру социальных сетей, а также веду сейчас маркетинговое агентство, где мы вас берем на продвижение, на ведение социальных сетей и настройку таргетированной рекламы. Все ссылки на мой канал, а также на мое сообщество ВКонтакте вы можете найти в описании к этому видео. А также я благодарю организаторов жилищного конгресса за то, что дана такая возможность записать такое видео и поделиться с вами данным контентом, потому что данная золотая формула отработана на практике, причем не только у меня, но и у моих учеников, которые уже обучаются у меня больше 5 лет. Итак, первый пункт золотой формулы – это, конечно же, оформление сообщества, либо личной страницы, либо канала Telegram. А любая социальная сеть начинается с оформления своей личной страницы, либо того аккаунта, в который вы собираетесь продвигать для того, чтобы получать клиентов. Если у вас не оформлен аккаунт, нету описания, шапки профиля, статуса, а если у вас нету оффера в описании, если нет закрепленного поста, где можно найти ваши контакты, как с вами связаться, кто вы и о чем можно прочитать на вашей личной странице либо на канале, то в этом случае о продвижении страницы ни в коем случае не идет речь. Следующий пункт золотой формулы – это, конечно же, контент. Учитывайте ту целевую аудиторию, тех подписчиков и их вопросы и запросы, которые к вам прилетают ежедневно. На единицу, на момент времени, в котором вы сейчас работаете с этими людьми, их вопросы, обзоры районов, обзоры ЖК, расчеты обязательно. Если вы продаете новостройки, тогда обязательно рассчитайте планировку, когда срок сдачи, сколько будет по ипотеке платеж и так далее. И, конечно же, лично сами обязательно появляйтесь и рассказывайте про данный контент. А форматы, конечно же, могут быть и в формате поста, и в формате статьи, и в формате видео, мини-видео можете снимать, прямой эфир, а также, конечно же, личное, когда вы продвижением занимаетесь, это двойной прямой эфир. Как раз в контенте у нас закладывается воронка продаж, по которой у нас идет клиент. Мы его привлекаем, дальше мы вовлекаем, дальше мы формируем с ним потребность, продаем и закрепляем его для того, чтобы нам потом подписчик, для нас он стал не только клиентом, но в том числе и давал рекомендации. Следующий пункт – это личное наше с вами присутствие. Очень часто сейчас агенты делают сообщество во ВКонтакте и не появляются лично, даже вплоть до того, чтобы нет фотографий своей личной, прикрепленной, которая к постам. На сегодняшний момент, если мы с вами развиваем личный бренд, таких вещей мы себе позволить с вами, коллеги, не можем. Поэтому личное присутствие на странице, в блоге, когда вы выходите в сторис, когда вы проводите прямые эфиры, это является подтверждением вашей экспертности, увеличивает к вам доверие, а также человек понимает, как вы отвечаете, насколько вы компетентны в том или ином вопросе и принимает для себя решение сотрудничать именно с вами. И четвертый пункт данной формулы – это, конечно же, продвижение. Без привлечения новой аудитории, новых подписчиков в блог, в аккаунт, на канал, никак мы с вами не получим новые заявки. И сюда относятся и серые методы продвижения, и белые методы продвижения, и платные, и бесплатные. Очень эффективно работает комментинг, привлечение друзей. А если мы говорим, например, про телеграм-канал, это реклама, это рассылка, это двойные трансляция, а также участие в марафонах, то есть каждый раз нужно продумывать способы, тестировать и выбирать те инструменты, которые эффективно работают на сегодняшний момент. Итак, в золотую формулу продвижения, привлечения клиентов входит, коллеги, 4 пункта. Первое – это оформление, это постоянный регулярный контент под ту целевую аудиторию, которая к вам приходит. Это, конечно же, личное присутствие, и здесь, конечно, возникает, возможно, вопрос у вас страха, над этим нужно проработать. Если вам этот вопрос актуален, вы можете прийти к нам на обучение, либо на любом из каналов, в том числе и Международного жилищного
успешного конгресса. Я думаю, вы точно найдете ролики, как работать со страхом, как работать вообще с психологическими нюансами, камеры, там, боязнь камер и так далее. А также четвертый пункт – это продвижение. И в этом видео мы как раз разобрали данную золотую формулу. Под этим видео я могу, хочу вас пригласить принять участие в международном жилищном конгрессе. Вы найдете ссылки на канал, на сайт, выбирайте пакет, присоединяйтесь, потому что я тоже буду выступать на жилищном конгрессе. А также внизу вы найдете, еще раз повторюсь, ссылку на мой телеграм-канал, а также на сообщество во ВКонтакте, где я делюсь с вами полезным контентом, материалом, который практически каждый день выходит у нас. А также приглашаю вас на свои эфиры и вебинары. С вами была Галина Абдуллина. До встречи!